Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то к нам сегодня пришла халява. Халява не в виде акции, там, IGG, которую она проводит за 12-летие чего-то, не помню, сейчас даже гляну. Где там подарки? Заходи, получай. IGG 12 лет. На китайском сервере у нас там, по-моему, 12 камней. У нас дали 12 сундучков с осколками, но я не знаю, кому те осколки надо и кто их соберет с бездонатных игроков. Но в реале лучше вот такой вот подарок за первый день, это 12 камней. Ну ладно, у нас сегодня на нашем сервере другая халява, на рынке продается, продавалась 5 вот этих больших паков, где есть самое основное, чего мне не хватало на этом аккаунте моем основном. Так, грубая сила. Ну, я их забрал, конечно же. И сейчас мы будем прокачивать и тестировать одного из героев, которых я хотел давно потестить и посмотреть на него, что он сможет на 12-12 и грубая сила. Это будет у нас, вы даже, наверное, не догадывались, это будет у нас Вольт. Будем его сейчас тестировать. Сейчас мы заменим этот талантик. Так, у меня тут есть бастион даже на смене. Вот так, заменили бастион и открываем сейчас. Грубую силу. Окей, заменить. Вот так вот. 12-12, сам Вольт имеет уже 6 целей, наносит 800 урона. 800% от атаки, ослепление 1,7 секунды, иммунитеты умеет разные. Самое основное, у него шанс критической атаки 96% на 4 секунды, кулдаун 5. То есть он один из героев, который у вас будет очень-очень-очень круто атаковать и бить критом. Плюс у него стоит также бонус судьбы, крит удар в снаряге. Ну, это на архидемона пиромах стоит. Пока не буду менять. По созвездиям у него стоит атака, крит удар. Ну, то есть такая сборка. Я в основном над ним не заморачиваюсь. Потому что, если вы знаете, я Вольта вообще практически последнее время, кроме архидемона, нигде не использую. В чем суть грубой силы на нем? Увеличивает атаку в битве на 24%. Критические удары от атак обычных навыков наносят дополнительно 0,5 урона. То есть сейчас он на 50% критом больше будет бить. Вот давайте пока его в такой сборочке. Только сюда тыкнем ремочку пятую. Потестируем. Так, ну поставим ему ангела. И герой донатный. Старенький, конечно, уже. И бесполезный, как на меня. Потому что есть герои намного круче. Та же самая Фрея и много других, которых до хранища всяких талантиков напичкано. Так, ну что, попробуем сейчас запустить. Вот он, ослепление. Ни хрена не видно. Так, ну-ка тут. Смотрим урон. Какой-то урон слабенький, не знаю. Че, его тоже понерфили, что ли? Что-то мало урона. Ну, в принципе, что мало. У нас он... Так. Тут юниты. Сейчас, секунду, я ему еще не поставил. Автопор поставим. Вот так. Так, есть. Ну, 480. И как видите, сразу же хранителя он просто слился. Сразу же, моментально. То есть обратка идет, и он себя убивает там от любой обратки, от огненной защиты, от чего хочешь. В некоторых локациях он еще, в принципе, полезен. Той же самой забытой можно пробовать. Можно пробовать в... лабиринте. Так, смотрим, что тут. 182-174 и все. И он слег просто. Ну, хотя бы Минотавра убил. То есть такое вот.
Чтобы очень он крутой сейчас был, я бы не сказал. Но это у нас прокачка на пятерке пока. 5-8. Сейчас мы будем постепенно поднимать. Та же самая Фрейя есть. Тут юнитов много. Видите, он бьет по юнитам. То есть... Он больше для PvP локаций предназначен. Так, а ну-ка давайте тут сейчас попробуем. А, у меня Анубиса нету. Сейчас я Анубиса поставлю. Юнита выбирать будем. Чтобы не особо заморачиваться. Так, кто тут у нас есть такой, такой. Вот этим будем. Вот. Тут тоже стрелок есть. Раз убрали. Нравится мне воодушевление на Анубисе. А тут и Фрейя даже есть. Нам даже не дали полностью убрать их. После той обновы. Так, ну опять этот. Ну давайте попробуем. 280-136. Ну, сейчас стрелок просто не даст зарядиться. Вот такое себе, как видите. На пятерке, конечно, тут урона нет. Если сравнивать его с другими героями, да, он хороший дамагер. Но, ну, уже не то. Далеко не то. Та же самая Фрейя, Бигфут, Рино... Более интересные герои. И они причем бездонатные. Так, ну давайте тут попробуем. Ну тут сразу моментально. Просто с одной плюшки некроса он сливается. Жизни, как видите, у него 205 плюс 150 и 350 тысяч. Но это все равно его не спасает. Так, ладненько. Давайте улучшать будем его и смотреть на максимальной прокачке. Так, на... 8-8 увеличивает на 70%. Критические удары атак навыков наносят дополнительно еще единичку урон. То есть фактически в два раза у него открыта урон вырастает. Должно это так работать. Судя по их описанию. На деле мы сейчас проверим. Сразу. С одного залпа, ребят. С обратки. Он минуснулся. То же самое будет на любой PvP локации. Если он попадет на какую-то огненную защиту, все. Пишите до свидания. Ну, 400, 800. Ну, уже получше. Криты. Криты, такие вот криты радуют. Смотрим тут. Все, два залпа и он минус. Единственный вариант есть. Это сейчас мы сюда поставим ару. Чтобы он блокировал. Тогда еще варианты будут. Сейчас мы сделаем, чтобы он бегал побыстрее. Так, и карася поставим. То есть сборка, конечно, крутая. Но а толку от нее, если он сам себя сливает? То есть герой у вас получается урона наносит много, а... Жизни у него, к сожалению, нет. И любая отражалка с таким уроном просто вашего героя стопа превращает в унылое говно. Я бы так это сказал. Ну, это IGG у нас, как вы знаете, все продумано в игре. Так, давайте так сделаем. Раз, он заблочил. Вот в таком варианте, да, я согласен, можно блокировать их арой. Так, ну-ка, против Бигфута что ты скажешь? Ну, ничего не скажет, видите, слился вообще. То есть сливается очень-очень-очень быстро. Талантик классный, но, опять же... Вот мы. Ну, смотрите, в такой вот раз-два, вот сейчас он просто... Просто унизил, да, там кучу героев топовых. Но это опять же благодаря тому, что ара. Ну, смотрите, повелитель. Вот так вот, да, так канает. Но опять же надо учитывать то, что есть ворожаи. И они сразу же снимают
Молчанку. Ну, тут надо попасть просто в кулдаун нормально. Ну, уже что-то да лучше будет. Так, ну давайте тут опять попробуем. Молчанка. Вот, вот оно. Вот так вот он должен бить. Ну, все, слились. Ну, частично героев. То есть, под усилениями, под Купидоном, Хранителем, тут будет сейчас такой урон бешеный. Так, пробуем еще раз. Ара, он. Вот, вот это оно. Вот такой вот. Мне это уже больше нравится. Смотрите, какой там бешеный урон. Там даже Анубис ничего сделать, по сути, не сможет сейчас. Если, конечно, Ара вовремя. Давай, давай, давай. Не, все равно Анубис снес. Ну, это Анубис. Но героев хорошо сносит, согласитесь. Давайте сейчас попробуем сюда поставим еще Хранителя. Купидона. Попробуем где-то найти расстановочку интересную. Так, тут у нас Фрея стрелок. Ну, без стрелка сейчас просто нереально кого-то в топе найти. Стрей, говорю, Стрей, стрелки, Фреи. Так, опять стрелок. Ладно, попробуем так. Вот, далее. Максимальный баф. Видите, все. Вроде всех посливал. Смотрите, какие героев посливали сразу же, моментально. Если вам понравилась такая сборка, пишите. Обязательно потестируем его на битве гильдий. Очень будет интересно, думаю. Так, ну-ка давайте попробуем так. Раз, два, три. Вот видите, не успели дать молчанку. Точнее, даже в частности Ара не попал по героям с уклонениями. Так, ну-ка еще. Вот такую вот можно сборку. Раз, раз, два, три. Вот, смотрите, какой урон. Он просто всех полностью раздали. Осталось у нас только Фрея. Ну, а Фрея сейчас, вы видите, просто разберет всех героев соло. Может, не успеет, конечно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ничего себе. Вот, вот это да, вот это неожиданно. Ну, круто, круто. По урону тут вопросов просто нет. Так, у нас все живы, все здоровы. Так, что тут у нас? Вот тоже, опять же, интересное. Допускаем его где-то сюда, и этих всех заблочили. Вот ворожей. Обратно же снял сразу молчанку и все. Ну, троих героев слили. То есть варианты есть. Давайте потестируем сейчас его на других локациях. На подземках, кстати, можно некоторые подземки. А с Вольтом проходил. Очень помогает против Анубиса. Сейчас тут тем более будет помогать. Давайте протестим его на арене. Думаю, тоже будет интересно. Так, кого мы тут уберем? Давайте уберем этого, поставим Вольта. Раньше у меня их было 5. Сейчас у меня их осталось уже 4. Так, ну давайте против этого посмотрим. Ставим сюда вот Вольта. Тут, конечно, у нас есть стрелок. Вот Леди Лео. Понятно все. Тут одна Леди Лео справилась с ними. Ну, смотрите, какой у него урон. 130-140 тысяч. Ну, это неплохо, неплохо. Если сравнивать, он по 20 тысяч Анубиса.
или ОПС-60, то, конечно, отлично. Так, пробуем тут. Опять леди Лео сейчас натворит. Смотрите, только чик. Прошел стан, и сейчас он только раз, два, три, и все, все герои, до свидания. Интересная, интересная, конечно, сборочка. Леди Лео тоже, кто смотрел обзор, с этим талантиком, просто супер. Ну, давайте этого. Самое главное, чтобы вот Леди Лео дала им стан, обезвредила, они ее убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не дожил. Как видите, Фрейя просто не дает долетать. Давайте еще этого попробуем. Если получится у нас. Так, Анубиса. Замедлили нас жестко. Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай, долетай. Вот он начал бить. Ну, отлично. Смотрите, что по урону. Лео этот просто всех убили. Дамагеры неплохие. Стан плюс ослеплялка. Так, ну тут череп. Надо, чтобы просто череп попал в кулдаун. Его, думаю, унесут там за раз. Не выживет. Да, выживет, походу. Да, вот так вот. Ну, не знаю, отлично. Отлично, конечно, но опять же попадаете на огненную защиту и говорите до свидания. А вот это было как-то непонятно. Ара сработал, и у нас осталось. Вот смотрите, какой урон. 150. Даже на повторе надо будет посмотреть потом. 300 тысяч проскакивает. 280. Вот так вот, да, по приколу будет. Полностью всю пачку разобрали вдвоем. Так, ну тут череп, походу, нас сейчас должен опередить или нет? Или мы сделаем все-таки черепа? Не, не сделаем. У черепа все-таки урона поболее будет. Так, окей. Давайте еще потестим, посмотрим на экспедиции. Где там он у нас? Вот. У него по урону будет здесь. Здесь пониженный урон. Так, смотрим. 80, 70 и все. И герои все, до свидания. Вот так вот, ребят. Ну, я скажу, это очень круто. Офигеть. Просто, просто разобрал их. Осталась там одна Тесса у нас. Круто. Ничего не скажешь. Все-таки, наверное, я его потестирую на битве гильдий. Очень-очень даже интересно. Под бафами, плюс он здание не бьет. Можно ему еще поставить, поменять, убрать пиромаха, поставить какой-то выпад. Думаю, будет очень интересно. Так, сейчас я юнита выберу. Пускаем. Отлично. Урон просто супер. Сто девяносто, 280 тысяч. Это при условии того, что на нем бафов нету. Я считаю, это очень круто. Вот, включился хранитель. Сейчас залпим, мы должны просто себя слить. Ну, так и получилось. Мы себя просто слили на отражалке. Так, буравчик зашел. Бигфут, жаба, три героя массовых дамагера. Надо будет тоже потестировать этот вариант. Ну, я думаю, все. Не буду затягивать видос. Вы уже пишите комменты, как вам такая вот сборочка. Как по мне, интересная. Урона много. Но опять же, учитывая реалии, которые на сегодня из битвы замков, куча отражалок. Он просто сам себя будет убивать. Ну, в некоторых ситуациях, думаю, будет очень крутой. Все, подписывайтесь, комменты, лайки, репостики. Всем пока.